добровольно закопаться в раскаленный песок спешат многие жители Китая. В пустыне, недалеко от города Турфан, работает необычная лечебница. В горячих ваннах там лечат заболевания костей и суставов. Правда, вот выдержать такие температуры может поистине нечеловеческое здоровье. О смелых китайцах Наталья Давыченко. Зонт, чайник и лопата – все, что нужно отдыхающим в самом горячем городе Китая. Огненная земля, где ветер обжигает лицо, а подошвы обуви плавятся, стала местом паломничества тысяч людей, готовых ради целебной песочной терапии терпеть 45-градусное пекло над и под землей. Главное – прикрыться, закопаться и не забывать про живительную влагу. Правда, попить ключевой водицы не удастся. Через час она уже почти кипяченая. Зато прожарить кости, а вместе с ними ревматизм, получится. Печеные туристы – самая главная достопримечательность этой безжизненной пустыни. Конечно, тяжело, да и больно горячий песок копать, зато потом легче становится. Приезжаю сюда не в первый раз. Друзей своего возраста привожу, родственников. Вместе с температурой здесь растет и число туристов. В этом году приехали в два раза больше отдыхающих, чтобы закопаться в песчаные дюны. В июле прошлого года у нас было около 800 посетителей в день, а сейчас 1500 гостей. Температура поверхности песка 83 градуса, а под песком на глубине где-то 40 сантиметров 45-50 градусов. Ванны принимают под присмотром. Врачи рекомендуют время процедуру и глубину залегания в живительных песках. Здесь, по сути, делают деньги только из жары. Так голодных туристов кормят особыми вареными яйцами. На солнцепеке за 1,5-2 часа они из всмятку превращаются в крутую. Чудо работы раскаленного песка можно купить за 75 американских центов. Наталья Давыченко, Мир 24.